Выходные не повод сидеть дома, и чтобы потратить время с пользой, можно совершить вояж по спектаклям, концертам и выставкам. Если у вас в приоритете семейный отдых с детьми, то отправляйтесь гулять по тихим аллеям парка Зернова. Бесплатные игровые зоны для детей, аттракционы на любой вкус и возраст, кафе с чаем и сладостями. Что может быть лучше, чтобы набраться сил перед трудовой неделей? В субботу и воскресенье с 11 утра и до 8 вечера парк открыт для всех желающих. 4 августа юных саровчан приглашают на дворовую площадку по адресу улица Московская, 25. Здесь в рамках областного проекта «Лето в городе» пройдет игровая конкурсная программа «Дружные команды». Гостей ждут разнообразные конкурсы и спортивные состязания. Приглашаются все без исключения. Начало в 17 часов. Каждую неделю в молодежном центре на несколько часов посетители делятся на две противоборствующие команды – на мирных жителей и мафиози. И начинается психологическая дуэль – кто кого быстрее обезвредит. Игра «Мафия» хоть далеко не новая, но не потеряла своей привлекательности и остроты. Поэтому до сих пор ничего лучшего для приятного и веселого времяпрепровождения в компании друзей или семейном кругу не придумали. Считайте себя мастером интриг или гуру убеждения? В субботу в 8 вечера отправляйтесь в молодежный центр и докажите это. Сеансы для семейного просмотра будут забиты до отказа на экранах фильм про Винни-Пуха, точнее про его американского коллегу. Лента называется «Кристофер Робин». Главный герой сталкивается с обыденностью взрослой жизни, но однажды он встречает своего детского друга Винни, герои возвращаются в 100-акровый лес, где вновь становятся счастливыми. Рекомендуется к просмотру всей семьей. Вторую неделю в прокате фильм «Миссия невыполнима. Последствия». Итан Хант и его команда, а также недавно примкнувшие к ним союзники, вынуждены действовать на перегонки со временем, когда новая миссия идет не по плану. Фильм уносит с первых кадров и прочно держит напряжение до последних решающих мгновений. В двухчасовой промежуток времени герои невыполнимой миссии успевают побывать в разных стихиях. И на земле, и под водой, и в воздухе. География их перемещения тоже разная. Германия, Франция, Англия, Индия. Ну а погонями, перестрелками, рукопашными боями фильм напичкан буквально до предельного уровня. Заинтересовались? Тогда скорее отправляйтесь в кино. Проводите выходные с пользой и хорошим настроением.